Здравствуйте, друзья! Это один из типичных дней Ротика и Котика. Но не считая скейта, никак он не вытащит в сарай, болтается. Ну, будет минимум комментариев за кадром. Знаешь, куда? Смотрите, сейчас музычку поставлю, будет интересно. Все как обычно, я после ночной смены проснулся, ну, вот эти зверюшки что-то хотят от меня, чтобы они ко мне не приставали, я их чем-то загрузил. Ну, вот, не хотят они на досках кататься, хотят просто валяться и валять на руку. Ну, в принципе, я с ним согласен. Ну что, быть может, ты прокачешься, это не хочется. Давай. Сожрал жуки под кормку. То есть никто не хочет, да? Понятно. Здесь вот Пусько услышал, что я мусор собираюсь завязывать. Как смотри, как вскочил сразу помощник. Там на кухне Пуся. Страшно. Ну вон она. Давай, забирай. Подожди, я так сейчас один. Ну пошли. Унеси. Деда. Че, пойдешь гулять-то? Да не тебе, это уже был. Понятно. Подписывайтесь на канал, будет интересно. Появилась новая страничка ветеринарная, будет вести очень хороший человек, очень хороший специалист Марина Александровна Викторовна.